товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Дуэль был, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. 3/4 нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 15 государств наседали тогда на нас. Но мы не унывали, не падали духом. В одну войну организовали под нами Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна по много раз богаче теперь. И промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники, прежде всего вместе с вами, единый фронт, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, отпавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию, замечательный флот, вроде отстаивающий свободу и независимость нашей войны. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, наш флот, помогает им разбить охватывающие орды немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпают. Бог великого Ленина и его померочное знамя вдохновлял постепенно на Отечественную войну, так же, как 23 года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображает некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала панические бегства в хваленные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действиям...